Друзья, приветствую вас. Хочу попросить вас под этим видео максимально сделать лайки, репосты, подписку оформить, для того, чтобы это мотивировало меня в дальнейшем делать подобные видео и распространять их в сети. Спасибо. На приборке уже 290 километров, поэтому уже пора менять масло. В мануале рекомендуют на горячую менять, то есть чтобы масло было прогрето и никакие там частицы, которые есть в масле, не успели осесть. Вот, поэтому я проехал по городу по своим делам, и сейчас будем менять масло. Я подготовил вот такую емкость еще от того мотоцикла осталось. Сейчас нужно будет снять, открутить защиту, и будем, соответственно, менять масло. Масло у меня обычное, 10W30, вот такое вот, мото 4T, 10W30. Вот, будем пробовать. Защиту снял, сейчас будем вкручивать. Сначала нужно открутить пробку пластиковую вот здесь. Она пластика, откручивается легко. На Минске 200, кстати, была. О, даже со щупом. Офигеть. Круто. А на Минске 200 была с... Короче, просто была металлическая. Один раз, когда я менял масло, она просто взяла, я ее пережала, и она сломалась. Да простит меня будущий владелец, точнее следующий, после меня владелец. Вот, не знаю, как там он решил эту проблему. Так, откручиваем нижнюю пробку. Изначально нужно поставить под низ какую-нибудь емкость. Опа. Все, и теперь мы вкручиваем аккуратно с двумя шайбами, не с одной. И сейчас, опа, убираем. Вот она сливается. Сюда влазит около литра масла. Сколько влезет по факту, я, конечно же, вам скажу. Кстати, отверстие для залива масла в X200 было как-то удобнее сделано. Там даже без лейки можно заливать. И здесь без лейки никак ты не долезешь. Лейки такой нету, подходящей совсем. Чтобы удобнее заливать, я вот эту вот ножку отогнул. И сейчас у нас... Сейчас у нас масло вертикально примерно ставим, но посередине между high and low уровнем. Все, масло поменено. Сейчас можем закрутить и дать ему немножко поработать. Как мне кажется, двигатель стал работать как-то приятнее, тише, что ли. Вот. И на холостых, сейчас попробовал докрутить до 5-6 тысяч, вроде бы вибрации меньше стало. Если она вообще не пропала, на которую я жалуюсь. Но сейчас мы будем катать, и мы посмотрим, как это будет на практике происходить. Помогла эта смена масла или не помогла?